Давай. Режим самоизоляции не повод прогуливать тренировки. Тем более, что теперь для занятий общей физической подготовкой юным хоккеистам даже из дома выходить не нужно. Тренеры спортшколы Одинцова работают строго по расписанию и не только на платформе Zoom. Плюс каждый тренер, каждый возраст у нас сделал план самоподготовки на период самоизоляции. Плюс это контроль в системе WhatsApp, то есть дети скидывают видео, тренер корректирует выполнение упражнений нашими спортсменами. Требовательно, но с пониманием. Тренеры практикуют индивидуальный подход. Те спортсмены, которые дожидаются окончания пандемии за городом, могут поработать над техникой рук с клюшкой, шайбой или мячом. А в квартире хорошо заниматься над общей физической подготовкой. Хорошо, упор присев, упор лежа. Ребят, поехали, да, коленочки к себе от себя. Упор присев, упор лежа. Вместо сидения на диване, тренировки, такой совет наставники дают не только хоккеистам, но и тем, кто далек от профессионального спорта. Приседания, отжимания и упражнения на пресс в умеренном количестве вреда еще никому не принесли, а вот их польза очевидна. Интернет, вы заходите, смотрите там тренировки с собственным весом, да, или тренировки в домашних условиях. То есть базовые упражнения – это отжимания, приседания, если есть возможность, подтягивания, соответственно, упражнения на пресс. То есть все группы мышц прорабатываем, тренируем. В этом хоккейном сезоне спортсмены на лед уже не выйдут, поэтому они с нетерпением ждут следующего. Если позволит эпидемиологическая обстановка, расчехлить коньки можно будет уже в конце июля. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».